«То корнилица, то мне керица, будет вправду ль суд, мне не верится», писал в газете «Рабочий путь» накануне революции тогда еще начинающий поэт Демьян Бедный. И действительно, рыцарь революции, коим в 17 году называли Александра Керенского, уж давно не на коне. Слаб, болтлив, впечатлителен, злые языки поговаривают, он нюхает кокаин и любит проводить время в царских покоях. В Быховской тюрьме за попытку взять Петроград, сместить Керенского и стать военным диктатором находится и бывший главнокомандующий русской армией Лавр Корнилов. Здесь ему и другим лидерам мятежа предоставлена полная свобода действий. Офицеры ходят друг к другу в гости, отдыхают и фактически командуют своими охранниками. Большевики тоже вроде как уж и за большим политическим столом, но пока вне игры. А в том-то и дело, что Корнилов объяснял движение своих войск якобы, что назревает какое-то большевистское восстание, но по сути-то восстание, если и было, то восстание мифическое. То есть тогда они были ослаблены, как раз их лидеры находились в заключении, скрывались. То есть тогда они силы все-таки не представляли, но это был удобный повод. Причиной провала мятежа Корнилова историки считают его политическую бездарность. Ему следовало быть ученым, путешественником, дипломатом, разведчиком. Права мичка Мария Николаева, участница нашего интеллектуального конкурса, за право поехать на родину русской революции в Санкт-Петербург, которая знает, что в сибирском кадетском корпусе Лавр Корнилов изучал восточные языки, быстро раскрыв в этом деле свои способности. Особый интерес проявлял к математике, активно изучал ее и в большей степени преуспел именно в этой науке. В Омске сохранился дом, в котором 130 лет назад жил будущий главнокомандующий русской армией, а тогда воспитанник сибирского кадетского корпуса Лавр Корнилов. Это был редкий случай, когда кадет жил за пределами корпуса. Выходец из простой казачьей семьи, готовясь к поступлению, он выучил арифметику, грамматику, закон Божий, бегло говорил по-казахски. А вот французский он не смог самостоятельно освоить и на вступительном экзамене с треском провалился. Вот. Но ввиду исключительных способностей, потому что другие экзамены он сдал очень хорошо, он был принят в качестве приходящего кадета, то есть как бы мы по-русски сейчас сказали, по-нашему, по-современному, это экстерн. То есть человек, который живет на квартире, но посещает занятия. Сын уездного толмача-переводчика и казашки из рода Аргын, Корнилов с удивительной легкостью усваивал языки, как восточные, так и европейские. И даже когда он оказался в немецком плену, он там находился год, так скажем, с 15 по 16 год, да, вот, он занимался ничем иным, как изучал немецкий язык, совершенствовался в немецком языке, вот, что впоследствии ему помогло и совершить беспримерный побег. В конце 19 века военный – это зачастую путешественник, а путешественник – почти всегда разведчик. Корнилов, как никто другой, подходил для этой роли, благодаря способности к языкам и восточной внешности. Как и его земляку Чекану Валиханову, Лавру Корнилову не раз приходилось с риском для жизни добывать необходимые России разведданные. Он без ведома начальства, собирая сведения, проник на афганскую территорию, контролируемую англичанами, устроил там маленький переполох. Вот. И, собственно говоря, потом переплыл, значит, на нашу сторону. И, грубо говоря, поскольку он не санкционированный этот выход сделал, его посадили на губу и ждали ответ, что делать с Корниловым, потому что дипломатические отношения там очень сильно стали хромать. Но, тем не менее, из Петербурга пришла резолюция «Корнилов молодец». Служить Корнилову пришлось далеко от Омска. Но здесь о нем всегда помнили и относились с особым уважением. Особенно кадеты. Они даже собрали деньги, чтобы поставить генералу памятник. Не забывал родной город и Корнилов. Передавал деньги на строительство храмов. И всегда, невзирая на должности и чины, считал себя сибирским казаком. А теперь вопрос, правильный ответ на который дает право выиграть поездку в Санкт-Петербург. В каком художественном фильме Лавр Корнилов произносит свои знаменитые слова «Мы не каратели, мы великомученики России». В фильме «Опасные гастроли», снятом в 1969 году Одесской киностудии,
фильме «Корона Российской империи» Эдмонда Кеосаяна, в фильме «Интервенция» с Владимиром Высоцким в главной роли или в знаменитой многосерийной киноэпопее Василия Ордынцева «Хождение по мукам». Ответьте правильно на вопрос, и у вас появится возможность провести зимние каникулы на родине русской революции в Санкт-Петербурге. До революции, кстати, если считать по новому стилю, остался ровно месяц.